Всех приветствую вас, друзья, на канале Роли Гейм Онлайн. Мы продолжаем прохождение модификации Westeros Total War. Итак, в прошлой серии, как мы помним, у нас такой небольшой перезапуск был. Мы захватили каменный шлем. Затем мы его благополучно оставили и двинулись дальше на север. Посмотрим, как там вообще ситуация будет развиваться. Но думаю, что все нормально у нас будет и никаких как бы проблем не возникнет. Так, что еще? Что еще? Вроде бы все. Давайте сделаем ход, посмотрим, что будет происходить. Надеюсь, опять же... А, кстати, да, вот флот по поводу Мартеллов. Надеюсь, они опять не объявят нам войну. Вернее, вообще не объявят нам войну и... Следует, наверное, высадиться опять. Не будем его провоцировать. Так. Развитие поселения. Да, блин. Целый полный стек у него там плавает. Ну ладно, сдаем ход. Эти не могут двигаться? Да. Сдаем ход. Что там происходит, интересно. Да, проплыл мимо. Это радует. Ладно, пусть низкие налоги. Нам как бы нужны люди здесь. Всего-то 531 человек. А это очень мало. Так, вот здесь что такое? Шпион. Посол. Посол Мартеллов. Хорошо. Где наш посол? Наш посол здесь. Он у нас идет к Ланнистерам. Посмотрим, сможем ли мы с ними о чем-нибудь перетереть. Отношения улучшились. Мартеллы превосходные. Это замечательно. Это просто замечательно. Так. Ой-ой-ой. А, это наш союзник. Целый стек набрал здесь. Ну, молодец. А, наверное, с этого корабля они и вышли. Так, а что здесь? Блин, везде какие-то мощные ребята сидят. Так, отлично. Попробуем куда-нибудь сюда ударить. Надеюсь, получится. Или вот сюда. Ну ладно, посмотрим. А почему вот эта крепость, штормовый предел, выглядит как крепость? Раньше вроде здесь круглое здание такое было. В прошлой версии. Неужели они ее убрали? Так. Ладно, сдаем ход. Минус 2498. Почти минус 2500. Нужно срочно какой-то город ограбить. А лучше 2. А лучше 3.
С другой стороны, хорошо, что я отдал именно вот эти земли Мартеллам. Нам все-таки нужно уничтожить Баратеонов, и он нам с этим должен вроде как помочь. Пусть здесь расширяется, я не против, если честно. Так. А нет, круглое здание, круглое. Но тут сидят, конечно, мощные ребята. Ой-ой-ой, прям по доспехам видно, что они элита. Элита. А у нас здесь ни хера не элита, просто какие-то бомжи с палками. Но с другой стороны, если мы захватим, мы так наживимся, просто охрененно наживимся. Примерно как в старом месте, наверное. Нет, нет, нет. Не сможем мы сюда высадиться. Жаль. Да, конечно, у него и здесь ходят. Опасно. Плывем дальше. Может быть, даже до драконьего камня. Ой, до драконьего камня. До Королевской гавани доплывем. Где-нибудь здесь начнем опустошать земли. О, сомневаюсь. Ну хотя бы здесь. Или даже Карином попробовать там грабить, насиловать. Посмотрим. Посмотрим. Конечно, я далеко уплыл. Очень далеко. Если нам объявят войну Дорн, Мартеллы, то это будет жопа, ребята. Просто жопа. Надеюсь, такого не произойдет. Я очень на это надеюсь. К Тиралам, я думаю, не стоит высаживаться, потому что мы и так там награбили. Да и армия у него там приличная. Ну хотя это рядом. Может быть, имело бы смысл к Ланнистерам туда высадиться и там грабить. Или вообще на Грейджоев напасть. Ну сейчас посмотрим. Если наш поход не увенчается успехом, то придется возвращаться. Мы как викинги практически. Плывем, грабим. 3000 золотых драконов. Спасибо большое. Ланнистры где-то вот здесь уже вроде есть. Да, вот они, их земли. Где-то здесь у них город должен быть. Вот здесь или здесь. Вот точно я вижу этот. Мой шпион проходил. Запалил его крепость. Так, путь перекрыт, понятно. Где наши корабли? Что у нас здесь? Три отряда. Неплохие постройки, вроде как много. Давайте остановимся здесь. Остановку сделаем. Зайдем и выйдем. Так. Надеюсь, здесь никто не ходит. Должны успеть. Хоть какие-то деньги мы должны поднять. И срочно нужно здесь еще одну армию формировать, потому что мне не нравится то, что у нас вот здесь происходит. Все больше и больше, почти два стека, еще вот здесь в лесах наверняка прячется, ребята. То есть три даже стека точно соберется. Поэтому нужно что-то в противовес хотя бы поставить. Гонка вооружения прям настоящая началась. Понятно, что союзник, но я же их ударил в спину. Почему они этого сделать не могут? Тем более даже
когда я в первый раз играл за Таргаринов еще вне записи, они меня предавали. Баратон вернул свои земли. Если честно, я ожидал, что он быстрее их вернет. Потому что его армии практически уже у города были. Вот здесь где-то. Вот здесь. Так, клешня это где? Угу. Да, кстати, рядом. И что мы получим? 1000 золотых. Не сказать, что много. Ой-ой-ой. По-быстрому, ребята, действуем. На автобое 96 потери, отлично. Казним пленных. Так, уничтожить. Грабим 10. Награбим 9. Конечно, уничтожаем жителей. Берем свою армию и уходим отсюда. Так. Раз постройка. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ну, 10 000 подняли. Неплохо. Неплохо. Так, друг, давай. Не плавай тут. Так-так-так. Куда ты можешь доплыть? Вот сюда. Вы поближе сюда. А вы посмотрите, что у нас здесь. Нет, здесь армия есть. Я думал, может быть, Трифтмарк захватить по-быстрому. Также разрушить, но вряд ли. Вряд ли это получится. На драконий камень вообще смысла никакого нет высаживаться. Здесь пол стека стоит, здесь полный. Это кто? Аксель. Леди Мелисандра, она вообще, блин. У нее дальность, тип оружия дальний бой. И дальность, по-моему, около 40. Она огнем пуляется во вражеских воинов. Поэтому с ней биться опасно. Крайне опасно. Даже не будем смотреть в их сторону. Пусть сидят на своем драконьем камне. Так, Старки до сих пор здесь сидят. Отбили. Отбили атаку королевских баратеонов. Джоффри. Буду Джоффри их называть. Так-так-так. Минус 10 тысяч. Ну, особо строить нечего пока что. Делаем ход. Так, посол, давай быстрей. Попробуем клешню вон ту взять. 1000 упадет, плюс разрушим там все, что можно. И, может быть, еще 5000 поднимем. Посмотрим. Камнепляс, конечно, забирает. Это неудивительно. Он вообще окружен с двух сторон был. Но мы успели там поживиться. И это хорошо. Надо будет сохраниться. Вот он город. Вот видите, я не могу предложить им поговорить почему-то. Только после того, как я все ходы завершу, я могу это сделать. Не знаю. Я думал, если честно, в новой версии это исправят, но не исправили, к сожалению. Ну, ничего страшного, поговорим на следующем ходу. Так. 9 ходов нам дали. Или нам все-таки надо держать в осаде их порт? Вот я не знаю. Наверное, порт. Ну-ка, плыви отсюда, подлец. Война. Это у нас Тали, да? Да.
Давайте высадимся и поживимся. Возьмем в осаду порт, поддержим два хода, а затем уже нападем на клешню. Сдаем ход. Если через два хода нам не дадут 1000 золотых, значит будем брать. Ничего интересного, давайте посмотрим, что у нас тут. Ну да, здесь армия растет. Даже как-то стрёмно, если честно. Он этими двумя стеками просто здесь все сметет. Как делать нефиг. Ну ладно, будем надеяться, этого не произойдет. Перемирие. Щедрое предложение. А если еще торговое? Если еще обменяться картами, взаимовыгодно. Отказ. Перемирие от торговое. Отсутствие интереса. Ну что ж такое-то? Эх, жалко. Ладно, в следующем ходу точно с ними договоримся. Ну если старки не хотят, почему бы нам не вынести старков? Я понимаю, что Ланнистеры типа плохие, туда-сюда, но все-таки можно будет с ними поболтать. Интересно, если я с перемирия заключу с Ланнистерами, как это отразится на дипломатических отношениях с королевскими, с Джоффри, в общем? У нас с ними перемирие будет автоматически, союз, или у нас, вот я не знаю даже. Просто мне их-то вынести нужно. Хотя нет, давайте я не буду с Ланнистерами общаться. Не нравится мне эта идея. Я совсем забыл, что они с Джоффри заодно. А мне нужно вынести Баратеонов. Поэтому пойдем к Фреям. Да, получили золотые свои. Значит, все-таки там была осада порта. Пираты. Забираем на автобое клешню. Потери 18. Отлично. 4500. Интересно стало. Вот в прошлой версии грабеж поселения приносил гораздо больше, чем уничтожение жителей. А здесь наоборот. Ну что ж, уничтожаем тогда. Всего одна постройка. 833. А ремонт тоже одна. Ну ладно, ладно. Так, к Аронам. Где у нас Ароны? Вот уже город я вижу. И они пустые, ребята. Они пустые. Может быть, даже здесь второй плацдарм нам отстраивать. Как вы думаете? Интересно. Или будем бегать по городам и опустошать их. Пока отстраиваться не буду. Буду просто грабить. Не хочу. У нас денег нет. Нам надо бы хотя бы Дорн привести в порядок. Отстроить его как нужно. И дальше уже видно будет. Болтоны плохие. Тали очень плохие. Сопротивление бесполезно. Арны очень плохие. Да, нам вот здесь нужно порядок приводить. Очень много построек. Как вы видите, вот в солнечном копье куча. Дальше нефрит. Да, кстати, здесь нам нужно в первую очередь строить, чтобы высаживаться на баратеонов и захватывать уже земли. Дальше клешня мы не трогаем. Серая крепость.
Арбор, да, здесь тоже нужно отстраивать, чтобы высаживаться к простору, к тиралам. То есть вот арбор в первую очередь нефрит. Ну и дальше уже по Дорну. Здесь куча городов, нужно их отстраивать, поднимать экономику. Хотя бы вот здесь вот эти Тор и песчаник поднять. Ну и звездопад, чтобы иметь какие-то более-менее адекватные силы против войск Мартеллов. Так, что ж, сдаем ход. Давайте шпиона передвинем нашего. Где он там ходит? А, он уже пошел. Хорошо. Минус 13606. Да, где-то один хороший город, либо два средних города надо уничтожить. Тем не менее, наши силы потихоньку тают также. И нужно это все успеть сделать. Рунный камень. А что именно? Захватить или порт? Скорее всего, захватить. 2,5 получим. Я согласен. Так. 55. Уничтожаем жителей. Сразу на рунный камень пойдем. Флот мы вот сюда перекинем. Так, отлично. Итак, поехали. Ого, уже в плюсе, ребята, уже в плюсе. Это радует. Это очень радует. Хороший город. Мне нравится. Был хороший город. Чаячий город. Теперь здесь 6300 плюс ни одной постройки нет. 17731. Отлично, отлично. Так, теперь. Давайте в нефрите посмотрим, что мы можем сделать. Mounted Spearmen. Копейщики, да? Какие-то горные копейщики. Sword Milita. Арчиц Милита, Кроссбоу Милита. Так, позволяет произвести легкий доспех. Количество товаров, прирост населения, численность войск, порядок, город. Так, ну давайте военные постройки. Начнем с... вот так сделаем. Затем кожаный доспех. Вот так. Ну, понятное дело, нам пока что денег не хватит, но все же. Может быть, со следующего города упадет еще копеечка. Так, здесь общественный порядок, а также у нас... Да, вот эту постройку сразу бахнем. Нифига себе, 8000 она стоит. Дорого, дорого. Кожаный доспех бы еще. Ага. Вроде все. Фри милита. Сколько стоит? 1900 тоже нужна. Пока что вот так. Так, переобучение 203, давай. 1.1.10, 4.2.15, 2.1.14, 3.1.7. Вы стоите 150, вы 225. Копейщики и мечники. Давайте наймем мечников и копейщиков. Этих не будем нанимать. Так, купец, да. Нам нужен купец в первую очередь. Дар богов. Что у нас по найму?
Ну, такое. Кавалерия. Наймем. Тоже кавалерию возьмем. Лучники не очень. Арбалетчики так себе. Кавалерия. Кавалерия. Отлично. Денег не хватает. Ну, думаю, сейчас мы поднимем еще деньжат с рунного камня. Должны поднять. Сдаем ход. Опять посол столкнулся с городом. Печально. Нам нужно к Фрейм. Надо посмотреть, с кем Фрейи вообще ведут войну и с кем в союзе. Вроде они нейтралитет держат. Так, союз у них Талли, Старки и Болтоны. Вражда Ланнистеры, Баратеоны и Ароны. Ну, давайте попробуем. С нами-то они нормально. К нам, вернее, нормально относятся, поэтому поговорим с ними. Так, купец, купец. Сколько он получит? 315. 124. А этот получает 402. Да, вот сюда бы нам. 1488. 5, да? А у этого... О, у этого 2 всего. Давайте попробуем. Попробуем этого говнюка выкупить, разорить вернее. Я думаю, нам удастся это сделать. Все-таки у нас хороший купец. Целых 5 лычек торговых. А у того всего 2. Плюс мы будем получать 1400 за ход. Это много. Для купца это много. Так, ночное нападение. 0 потери. Просто замечательно, сир Баристан. Уничтожаем жителей. Все по старой схеме. И поехали. Все, что ли? Ну ладно. Так, у них еще вот здесь город есть, вот здесь, по-моему, есть. А, вот тут, по-моему, город, тут. Если я не ошибаюсь, здесь Орлиное гнездо, здесь город. Здесь, по-моему, пару городов, и здесь крепость. И вот здесь. А, куда бы нам высадиться? Здесь, где именно, я вот не помню. Чего-то не видать. Вот, вот он город. Так, армия. Давайте вот сюда двигаться и вот сюда. Что у нас там есть? Да, неплохой город, поживимся. Еще 2,5 нам накинула гильдия какая-то за взятие рунного камня. Отлично, отлично. Так. Давайте. Где наш посол? А, он уже пошел. У-у-у. Сохранимся. Вернее, не посол, а купец. Посол у нас вот здесь тоже застрял. Сдаем ход. У Ланнистеров, конечно, хорошие земли. Там для и для купцов хорошие точки. Золотые рудники такие. И
В городах тоже золотые рудники имеются, то есть добыча золота. Поэтому у них с экономической точки зрения все замечательно. Каждый город там чуть ли не по 2000, по-моему, приносит. Так, Чаячий город, это у нас... Нет, здесь мы ничего строить не будем, тем более за 10 тысяч. Вы что, смеетесь, что ли? 500. Блэкман, а что там нужно? 4 отряда, скорее всего, иметь в городе. Нет, ребята. Пока нет, пока мы не можем себе. Хотя. Почему бы и нет? Успеем. Не менее 4, вот как раз будет 4. Сколько нам дает? 5 ходов. Зато 500 золотых мы получим. Купец. Давай, иди быстрей. Раз, два, три хода еще идти ему, елки-палки. Так, тиры плохие, старки плохие. Найм. Найм произошел. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь по строительству. Вот здесь может быть более в экономическое что-то идти. Здоровье населения, торговые флотилии, прирост населения, увеличение количества товаров. Можно нанять купца. Так. Вот это что такое? Общественный порядок. Пилигримы. Я даже не знаю, что это, кто это такие. Ага, вот. Ой, ну это же бомжи. Так. Легкая кольчуга, тяжелая кольчуга. Давайте вот это построим. И стены улучшим. Вот. Нет, где это? Вот так лучше. Здесь у нас что? Строится. Арбор тоже строится. 3, 4, где-то 5000. И здесь 9, 12, 16 тысяч нужно в запасе иметь примерно, чтобы построить и там, и там. Ой-ой-ой, 26 тысяч. 26 тысяч косых. Чтоб все строилось нормально. Минус 8 900, елки-палки. Ну, будем у Арнов брать, занимать, так сказать, деньги. Так, почти дошли. Пару ходов осталось и все. Так, сохранимся. Ну что, друзья? Вот такая вот у нас была серия. Ничего особого мы как бы экшена не получили, но тем не менее захватили Чаячий город, рунный камень, клешню, все здесь разграбили, уничтожили, подняли нехилые такие деньги, неплохие. Отстраиваем потихонечку наш полуостров Дорн, Мартеллов, бывшая территория. Также в Варбаре немножко подстроили, и в Нефрите будем готовиться к большой войне. Спасибо, что были с нами. Всего хорошего, увидимся в новых сериях. А я с вами прощаюсь. Всем пока.